25 мая отмечают Всемирный день щитовидной железы. Именно этот орган синтезирует ряд гормонов, которые стимулируют обмен веществ в клетках организма, поддерживают работу мозга, сердца и мышц, опорно-двигательного аппарата, репродуктивной и иммунной систем. Щитовидная железа расположена в шее под гортанью. У людей она имеет форму бабочки и выполняет ряд жизненно важных функций. В основном щитовидка работает на энергетический обмен организма, регулирует обмен веществ. При ее неправильной работе возникают заболевания, гипотиреоз и тиреотоксикоз. Нередко врачи сталкиваются с образованием узлов в железе. Много зависит от дефицита йода, от условий, в которых проживает человек, от профессиональных вредностей. Заболевания щитовидной железы встречаются у нас в основном где-то 18% у всего населения. Попасть к эндокринологу, специалисту по щитовидной железе, можно по направлению врача узкой направленности для углубленного обследования этого органа или же через терапевта. Часто к доктору обращаются беременные. Проверяют работу щитовидки с помощью анализов на гормоны и УЗИ. В случае необходимости строго по направлению врача делают КТ и МРТ. К нам часто приходят люди, когда узлообразование выявляется случайно. То есть человек не знает, ходит с узлами много лет, а по какому-то другому случаю, например, делают УЗИ сосудов шеи, находят узлы в щитовидной железе. Так часто бывает. И мы уже тогда разбираемся, назначаем пункцию. Это важный такой этап в исследовании узлов. Пункция у нас выполняется в онкологическом диспансере. Внимательное отношение к своему здоровью и правильный образ жизни всегда помогут вам держать щитовидку в норме, а значит, прожить долгую и счастливую жизнь.